Незрячие оренбуржцы, у которых есть четвероногие помощники, отметили один из самых важных для них праздников – Международный день собаки-поводыря. В областном центре прошло мероприятие «Поводырский патруль. Доступная среда от Оренбурга до Санкт-Петербурга». Руководитель регионального клуба владельцев собак-проводников Леонид Шорохов поделился, что не только местные незрячие люди собрались в этот день, но и жители Акбулака и Солилецкого района. А причина посетить мероприятие у всех одна. Для каждого это животное не просто друг. Собаки обучены не реагировать на кошек и голубей, поэтому всегда приведут туда, куда нужно. Помогают обходить препятствия и на улицах. На изучение нового маршрута в среднем уходит примерно 2 дня. Событие началось с прогулки по городу, целью которой является показать, как работают и ведут себя собаки-поводыри. Также владельцы специально обученных собак посетили тактильную выставку «Будни космонавтики». Тренинг для волонтеров «Я не просто собака», где ребята смогли на себе опробовать передвижение собакой-поводырем и так далее. Всех неравнодушных просим обращать внимание, когда вы встречаете незрячих с собакой-проводником. На перекрестке через дорогу предложите таким людям помощь, потому что собака не видит света светофора. В общественном транспорте уступайте место владельцу собакой-поводырем. Не отвлекайте от работы четвероногого помощника.